Всем привет! Это citysac.ru, и мы находимся в ТРК City Mall в самом лучшем кинотеатре. В преддверии женского праздника 8 марта мы решили сделать вам сюрприз, и сейчас мы узнаем, чем же думают наши мужчины. Мы приготовили бьюти-гаджеты, и сейчас узнаем, как же ими пользоваться, по мнению наших мужчин. Мы начинаем! А вот это мочалка. Надевать на голову. Это корона, да? Кокошники ходят, да? Мне кажется, это... Ну, вот когда женщина нервничает. Ага, антистресс. Есть девушки, которые работают в офисе, и голова, ну, чересчур сильно болит, и можно, знаешь, лечь и в телефоне там. Вот. Я массажем? Вот это кукишка, да? В прическу зафигачивает. Ага. Вот это. Не, это даже... Мне мысль не приходит. Для чего это? Это вдруг не будет. Ну как им? Что это? Это щипчики. Щечки убирают, да? Ну, да, как бы ощущения прикольные на самом деле. Вот так делать для физкультуры. Массажер для рук. Ага. Вот это? Ты от пылесоса? Это первую помощь оказывать. О, для лентяев. Налить сюда что-нибудь. В сумочку. Повыше поднимите, ага. Ну, если куда-то идти, где спиртное свое запрещает. А что, удобно, кажется, свой любимый напиток. Так. Это очень похоже на какую-то вещь от пудреницы. Может, наносы? Мы не знаем. Нет, ну а что? Это, знаешь, оператор в глаз заклеивать? Это я знаю. Это губы шире, чтобы были. Это вроде для губ. Что это такое? Это для губ вроде. Это для таких красивых, как я. А если это не новое? Может, не... Я пытался, уточки не получается. Жесть какая-то. А вот это щеточка такая, да? Давай положим это на место. Да. Сделаем вид, что этого не было. Да. Сделаем вид, что этого не было. Да, давайте это вырежем. Давай дальше. Это... Так. Так. Что-то электронное. Подожди, оно током бьет, да, наверное? Снится, да? Красить. А что, красить? Ну, вы это, что делаете? Что делаете? Чернят их или что там? Ну, поняли. Это точно для девушек? Да не из набора для рыбалки? Это для девушек, для красоты. Какая-то дырявая ложечка маленькая. Да это на диете, да? Да, совсем маленькая. Ручку надо. Ручка от чего? Брать что-то. Что-то где-то прилипает. Ну, варианты никаких, только перейдете все и ручку сделаете. Вот эти штуки мне напоминают, знаешь, на квадрокоптеры сейчас датчики ставят. Это где-то ручка. А, это для ногтей, для шлака. Знаю. Так, это что-то вообще непонятно. Ты сможешь просто лбом упереться. И зачем? Больше нет. По сегодняшнему опросу мы выяснили, что парни считают все эти бьюти-гаджеты бесполезной штукой. А почему? Потому что они думают, что мы красивые такие, как есть. И они правы, мы великолепны. Всех с наступающим 8 марта.